Так, 19 февраля 2022 года, значит, в нашей семье костром занимается Анжелина. Анжелина, посмотрите, да? Ну, естественно, Лена. То есть наша задача, как руководитель экспедиции, охранять вот эту вот штуку, которую мы сейчас нагреем, ну, естественно, зальем себя. Возможно, даже тем, кто делает костер, ничего и не хватит. Нет, всем хватит. Ну, говорят, что всем хватит, потому что... Так, все по-честному. У нас все по-честному. Это же Щучье озеро. Сейчас я себя тоже покажу, что я тут есть. Вот он. И я тоже здесь есть. А пришли мы сюда на лыжах. Вон они там стоят. Ну да. А вот тут у нас все готово к тому, чтобы хорошо провести время. Средства транспорта. Вот такое вот. Ну и пришли мы откуда-то вот оттуда. Вон там вот у нас. В общем, вот. Как-то так. Сейчас уже пошло. Я потом сделаю. Давай, да. Я потом сделаю сам. Саша, покажи открытыми. Сейчас зажгем. Сейчас сделаем костерок. И все у нас будет отлично. Костерок. Дровишки. Все, сейчас все будет отлично. Что-то не настроено. Ну, все, сейчас у нас тут будет. Она новая. А, масло, наверное, сейчас. Новье. Бутылочка. Все у нас сейчас. Главное, остров еще не поджечь. Главное, остров не поджечь. Здесь тоже подожгли. Саша, снимай, снимай. Здесь тоже спасибо. Подожгли. Саша. Все, сейчас тут у нас держи. Будет. Корочки добавляем. Так. А я-то всю дорогу пить хотел. Водички. Водички. Вазилина, стой. Стой. Дорога, стой на месте. А давай. Я уже чуть-чуть пролили. Нельзя проливать. Дорогоценные. Все, отлично. Так, и корочки туда добавляем. Отлично.